Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Сегодня поговорим об отношениях, о том, как достичь взаимности в отношениях. И на самом деле, почему нам так важны отношения? Потому что это то, что связует нас с другим человеком. То, как мы чувствуем другого, и как мы чувствуем себя в этом. И вот эта взаимность, она говорит о том, что у нас есть отклик у одного человека и у другого. То есть мы тянемся навстречу друг другу, и у нас есть такое чувство, что мы хотим двигаться в это. И вот эта взаимность, она появляется тогда, когда есть у нас такое вот стремление, да, то есть стремление быть как можно ближе. Я называю это affinity, то есть стремление быть в одном пространстве. У нас есть общая реальность, то есть согласие, мы смотрим на вещи похожим образом и говорим об этом, то есть общаемся. Не скрываем это, не утаиваем, а говорим. И вот тогда у нас возникает вот такое сближение, которое рождает понимание. Поэтому вопрос, как достичь взаимности, это, конечно же, состоит из этих трех факторов. То есть очень важно сходство во взглядах, общение и стремление быть вместе. И то, что может разрушить это, конечно же, утаивание. Какие-то вещи, которые человек хочет, допустим, рассказать, но не может, боится, подумает, что что-то там происходит, и его не воспримут как есть, что его как-то оценят или не будут воспринимать. То есть, и вот когда вот эти утаивания раскрываются, то вновь идет направленность и движение навстречу друг другу. То есть идет вот такая вот соединенность. Поэтому для того, чтобы почувствовать вновь эту соединенность, очень важно найти время, да, выделить для этого время, сесть в каком-то удобном месте, где никто не будет отвлекать, и поговорить. То есть рассказать друг другу о тех вещах, которые вас беспокоят. То, что вы не могли рассказать раньше, то, что вот осталось у вас на душе. И вот сначала говорит один человек, а другой его слушает, не перебивает, не оценивает, а просто в конце подтверждает, говорит спасибо, понятно, благодарю. Потом второй человек рассказывает. И тот тоже слушает, не перебивает. И вот потом подтверждает, говорит, да, спасибо. И вот такая вот практика помогает людям почувствовать себя и другого человека осознанными, да, и то есть помогает раскрыться и помогает почувствовать, что на душе есть, и проявить это. И вот тогда появляется гораздо больше состояния вот такой взаимности и счастья, то есть человек идет навстречу друг другу и раскрывается, и вы чувствуете, вот как это, как у вас появляется желание общаться все больше и больше. Давайте прямо сейчас сделаем одну практику, посмотрим, как это у вас получится, да, и вы почувствуете в лучшей степени себя. Вот погрузитесь в состояние медитации, просто почувствуйте свое тело, свое дыхание, свой ум, да, то с пространства вокруг вас. И вот в этом состоянии спокойствия, медитации, почувствуйте, что есть вокруг вас, в вашем пространстве такого, что мешает вам, и что бы вы хотели бы рассказать, что у вас висит такого, что, ну, оказывается, что вы чувствуете, что это мешает вам, и вам нужно поговорить об этом с кем-то. И вот почувствуйте эти вещи. И наоборот, не скрывайте их, не подавляйте, а наполните их любовью. Дайте им энергию, чтобы они могли соединиться с вами. Вот. И когда вы вот почувствуете максимальное вот такое соединение, да, что они интегрируются в вас, соединяются с вами, сделайте такой глубокий вдох-выдох. И почувствуйте, что есть еще вокруг вас. Какие еще есть мысли, формы, эмоции. Какие есть мысли, да. И тоже дайте возможность им соединиться. Наполните их любовью. Наполните их тетой. И дайте им возможность тоже интегрироваться с вами. То есть, чтобы ушло вот это разъединение. И почувствуйте, тоже когда почувствуете по максимуму вот это объединение, сделайте глубокий вдох-выдох. Итак, вот мы продолжаем эту практику, и вы можете ее делать тоже самостоятельно, когда вам будет хотеться, продолжаем.
и наполняемся вот этой энергией любовью и доброты принятия. Принятие, которое позволяет вам принять вот эти мысли-формы, которые находятся в вашем пространстве, и принять себя. Вот. И наполняемся любовью, чувствуем вот это вот счастье, гармонию, то, что мы можем принимать, то, что есть вокруг нас в пространстве, не отталкивать это, а наоборот соединяться с этим и быть в этом. Вот. И тоже делаем глубокий вдох и наполняемся любовью и счастьем. И все вокруг нас, пространство начинает тоже наполняться любовью, счастьем, и мы расширяем его, это пространство, до тех пределов, которые мы сами можем установить, которые мы сами захотим. То есть наполняем его счастьем, гармонией и любовью. Вот. И при этом вы можете эту практику делать с вашим партнером, тоже делая, находясь друг напротив друга, и вот таким образом, ощущая себя, свое пространство, партнер будет ощущать свое пространство. И когда вы вдвоем наполнитесь любовью, счастьем, вы можете эту практику завершить и потом просто поговорить, рассказать, поделиться, что у вас произошло, какие у вас были понимания, что произошло во время этой практики. Это поможет тоже вам достичь вот этого понимания и достичь взаимности. И тогда вы почувствуете близость с вашим партнером, то есть вы почувствуете гармоничное состояние, когда вам хочется быть вместе и быть максимально близко вместе. Вот в этом и состоит практика объединения, близости. То есть мы убираем негативные заряды, которые мешают, и наступает естественное состояние близости с вашим партнером. И сначала близость с собой, потом с партнером, потом с другими людьми. И вот так происходит расширение. Если по каким-то причинам что-то не получается, или идут какие-то сильные мыслеформы, с которыми не можете справиться, то вы можете обратиться ко мне, написать мне, все мои контакты указаны под этим видео, и мы сделаем консультацию, где проясним ваше состояние, и я расскажу, как можно его улучшить. Потом мы сделаем сессию по улучшению состояния для того, чтобы вы могли действительно чувствовать себя легко, комфортно и быть в взаимосвязи с собой и с партнером. То есть мы убираем вот эти вот негативные суждения, заряды, мыслеформы, и состояние улучшается, и вы чувствуете вновь осознанность и счастье. Вот. Если это видео вам полезно, то поставьте отметку «нравится», это палец вверх. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Конечно же, поделитесь этим видео с вашими друзьями, я уверен, что оно тоже будет им полезным и приятным. Вот, и если захотите поддержать проект, то ссылки, контакты все в описании, там есть мои реквизиты, и добавляйтесь, друзья, в соцсетях. Будем вместе общаться и создавать пространство любви, гармонии, радости и счастья. А сейчас посмотрите видео, которые появились на вашем экране, там как раз более подробно рассказано о процессинге удаления негативных зарядов. Вам всего наилучшего и до встречи совсем скоро в следующем видео.